Я просто батлнетом не умею пользоваться, так как я тупой. А, ты, ну, могу тебя добавить. Или ты что хочешь-то? Наверху справа под аватаркой плюсик о, нажми просто. Ништяк, и... вижу. Yes. Плюсик нашел. Так, рекрент. Ага. Решетка 2-4-5-3. Решетка 5-4-2-3, правильно? 2-4-5-3. А, 2-4-5-3. У меня еще, видишь, и со слухом беда, как бы. Бля, я надеюсь, я рекрент правильно написал. У меня вечная проблема твойник написать. Походу нет. Блять. Пацаны, как пишется рекрент? Ты через К написал, что ли? Блять. Вот вечная проблема. Я вот сколько тебя уже знаю, не могу рекрент правильно написать. Совсем балдоёб. Так, добавил вроде. Есть. Всё, ништяк. Интересные цифры у тебя там. Да, тут прикинь, на рандоме выпало, я охуел вообще. Охуеть, какой шанс вообще. А у меня еще Кент с такими же цифрами тоже попался. Они дублируются. Так, я пригласил тебя в команду. Ага, не вижу. Пожалуйста, хоть вступить в команду, я тебя прошу, заработай сегодня. О! И... с первого раза влетел! Это что, у тебя Дэдпул? Походу. Так, все, я запустил. Это я что не за... знал, что он у меня есть, я его сейчас только увидел. Это что за ёбнутый левел такой? С скорпионом. А, это я покупал, там, короче, апаешь престижи, там тебе дают ключи, и там можно покупать иконки за ключи. Так это какой престиж? А хуй его знает. У меня отличный левел был в прошлом сезоне, и вот они сбросили до первого, я 400 апнул. Какая у вас задержка? Раз. Я говорю, раз, вы пишете два. Раз. Бля, ёбнешь ты, у пацанов что-то задержка гигантская стала. Бля, вот на этой карте сейчас тебе... Ну ладно, не буду говорить, подождем, пока... Я дробовик беру. Идею подам. Слушай, я беру крик, потому что хочу покачать его. Это винтовка. Ладно, я на Милане буду бегать. Так, пацаны, Милана? Сейчас секунду, короче. Я сейчас, ребята, стрим перезапущу, потому что задержка ебейшая произошла. Включилась сама как-то. Гаузел, блядь. Карвер, этим займется моя группа. Все будет сделано. Пацаны, все робит, пацаны. Я не могу. У меня каждый раз, я когда Call of Duty играть начинаю, каждый раз хуйта какая-то. А они тут спавнятся просто или что? Да, их можно прикладом шотать на этом левеле. Так, это что тут лежит? У меня какая-то. Так, давай-ка в машинку сядем. Давай. Сюда! Так. Блять, да стой, ты куда, ебать? Да я давлю. Поехали. Так, го поставить квестом, короче, проедемся. Нихуя не слышу, блять, орёт машина. На руль садимся, молодые люди. Нормально. Хочу убавь параметры, открой. Где тут звук нахер не сдался. Ну согласен. Нормально, блять, едем. Да я знаю, что он с Милана. Ребята, вы зря, я её купил за деньги реальные, блять. Так что давайте это, заканчивайте. Хотя, судя по тому, что на ней нет шкурки, значит, она не куплена за деньги реально. Ну, чертеж не тот. Ладно, поставил. Я просто, знаешь, я так люблю консольщиков. Ёб твою мать, блядь. Смотрите, сейчас будет чётенько. Это что за хуйня? А это сейчас, кажись, эти дроиды вы высадятся, которые нам пизды тогда дали. Ой, блядь. Прав. Там курильщики. Кто? Ну, курильщик. Ну ладно, друг, у меня все очень плохо. Блять, это у тебя плохо? Да. Поэтому ты там сам как-нибудь справляйся с задачей. Ты посмотри на мое здоровье, блядь. Блять, курильщик ебаный. А, блядь! У, сука! Это, блядь, это какая-то хуета. А есть куда-нибудь сесть, блядь? Не-не-не, в машину не садись, они сразу ебнут электричеством. О, вот это они суки. Сука, давай, ёб твою мать, блядь! Так, есть, готовченко. Это какой, погоди, режим сложности?
А тут нельзя выбирать, тут у всех одинаково сложно. Так, отлично, тяжело, ядерная бомба, блядь. Я бабахнул, но боссы остались. Правда. А, сука, они в хату ко мне залезли, блядь. Уходи, уходи. А чё, у меня пистолетика нету, ничего нету, блядь, бедный я, бедолага. А второй ган найдем скоро. Тут есть, короче, ёбнутый бластер какой-то, не знаю, может выпадет. Пойдем, пойдем. Все, это первая волна была? Пивасика ёбнул, нормально! Нормально, что у тебя внизу нарисовано? Ну, что-то умер кто-то. А, это у тебя шанс, короче, на то, что ты реснишься, если нокнешься. Ну, сам типа реснишься. Так, если нормально, я прикольно. Я не особо шарю в этом. А, и, кстати, ребят, если что, в колде можно... Это мыло, потому что я всю графику снизил и 2К текстуры не качал, потому что они 40 гигов весят. У меня столько места нет. Я говорю, на этой карте... Именно на этой карте мыло, потому что очень много травы и деревьев. Из-за этого картинка на стриме, если через видяху стримишь, она вот такая. На других картах нормально братик, будет. Братик, я стримлю через проц. А, да? А все очень грустно. Не, а чё, Милана неплохо заходит, шо вы бухтите. А вот это что такое? Тут ящик какой-то. Он платный вроде, не? Не, бесплатный, открыл что-то я. О, нормально, ты броню нашел. Вот это можешь второй ган взять. О, нормально. PS, я люблю Вову. Короче, сундуки лучше открывать, когда слева желтый смайлик. Там, понял, разные смайлики. Мне сказали, что лучше с желтым открывать. А, блядь! Сука, горю! Бакин. А чё это он не умер? Ну, not bad, not bad, ребят. Ну вот, все вокруг заляпал. Зомби ликвидирован. А чё, неплохая пушка, кстати. Ну-ка. Перевези. Удвоение. Ну и качай тогда вместо Милана. Тут, короче, можно пушку качать. Погоди, а это уебищная пушка, с которой консольщики по три пульки, по-моему, стреляют. Не-не-не, это падаешь? Не она. Нет? Это из папка вообще. В папке такая же есть. Так, а как бронь-то закатить, или я так понимаю, что никак? А ты у тебя фул. А ульта у меня на X, это чё? Это, я не знаю, какая у тебя, нажми, посмотрю. Что-то пукнул, блядь. За хуйня? Не знаю, что-то пукнул. Чё это. Ну вот, кидай в них, если чё, я не знаю, что такое. Это мина, походу. Ну охуенно я её проебал. Да, она откатится. У меня инвиз, я если чё под этот инвиз буду тебя резать, и всё. Давай, окей, ништяк, ништяк. Та-та-та-та. Так, ты помнишь, тут надо, короче, в круг запускать их и только в нем убивать. Ну, давай. Мы это выполняли в прошлый раз, но там не очень. Это, блядь, 7 волн, это ж ёбнешься. Подпускай, подпускай. А, блядь! Сука, какая-то тентакли хавает. Это дракон. Ну, давай попроще, мы вчетвером были в прошлый раз, и вообще пиздец. Ну, а так, видимо, дома. Тут защита на левел, он делится, наверное, между всеми. Ну, тут просто подстраивает под количество, да. Типа, чем больше стак, тем больше хп. Или да, больше да, наборей. Да. Зомби просто больше. Там мясо. Чё-то легкие пока что. Ну, это первая волна, потому что до сих пор... Мы его сейчас прикладом можем их убивать, мы можем патроны даже не тратить. О! Сейчас он что-то выплюнет. Бля, я не знаю, что это такое! Какая-то хуйня куда-то полетела. Это дракон куда-то полетел? Я хуй пойми это тоже, что это такое. Одной проблемой меньше. У меня скинчик новый, хочу покажу. Забавный. Вот чисто твое мнение узнать, как ты к такому относишься, потому что большинство... Я отношусь к эпической ракете, бля, сейчас. А, так, стоп, я не могу. Я могу скинуть-то как-то? А, нет, что? Пока не могу. К чему отношусь-то? А, да потом, я пока не могу скинуть. Я смогу скинуть, когда мы еще пушку найдем какую-нибудь. Вот как в Warzone нельзя скинуть. Так, ну я взял какую-то мамашу, видимо. Вот, блядь! Какую мамашу? Ну, по Маше я пулеметик называю, серьезный. Пойдем вон, обороняйся туда. А. Пойдем, нам туда как раз, мы все выполнили уже. Блять, что-то какой-то. И
Ёбни. Это курильщик был. Лови, пацаны, ляпку, блядь. О, сзади пацанчик взорвался. Откис. Я помню, самый первый зомби-режим, в котором я обосрался и вышел, это World at War. Я как куда-то нажал, я услышал визги, а я такой прям, ну, очкошник был. Я прям, ну, не любил хорроры никакие. Этот портал должен был быть закрыт вчера. Я в Black Ops 2 играл в зомби, помню. Так, охуенно, что-то... Кого, блядь? Чтоб вы знали, я первый раз в зомби-режим играю. Опа, мне нормально меня накрыло, пацаны. О, нам надо оборонять дом. Короче, можно... Это смотри, я помню, можно это классика. Окна. Да-да-да. Только где взять доски? А он автоматически за 10... А, не, он не за 10 монет, он накидывает, наоборот, 10 монет. Сейчас они начнут ломать. Можно пока кристаллы побить, с них лут падает. А, блядь! Собака. Все застраивает там. Чисто... Форточка. Спекся, зомбак. Я буду одно окошко смотреть. Давай и все остальное. Да. Да, да, да. Ну нормально, я считаю по справедливости. Бля, все розовое какое-то прям. О, блядь, сука, тварь! По-моему, все справедливо сейчас происходит. Нормально, сейчас они еще это самое пойдут кушать. Это пока фигня. Не, ну собак. Собак раньше не было. Тут напридумывали что-то. Так, а где пушки-то выкупать? Тут же можно было как-то или не в этом режиме. Тут пока нету, а что ты хочешь? Смотри, тут какой-то обезьяна сидит. О, это призрак обезьяны. А, я понял, кто это, я тебе потом покажу. До меня только сейчас дошло, кто это. Запомнил, да, внешность примерно? Да. Охренеть. А, блядь! Сука! Они со второго этажа еще спускаются. Ну все, мужики, вам такая пизда, блядь. Так, что я сделал? О, прям передо мной заспавнился кентик. Ладно, я не буду. Я тебя поломаю, блядь. Ломай, ломай, мы миллионеры новую поставим, блядь, доску. Нам еще и платят за это. 10 монеток. Ну пока что легкое, что-то легкое. Да, да, вот. Или они и так дохлые. В этом же самом месте, волне на пятой, уже очень сложно. Тут боссы всякие появятся. Положите конец. Я сейчас... Куда конец положить, блядь? Пацаны, ну я не знаю, вы сидите, смотрите, блядь, а вы бы лучше встроили нахуй. Слышишь, с одной сейчас будешь убивать, я хуйню подобрал, чтобы с одной убивало. О, нихуя себе, вот это перк. Так ты там один? Да я держусь, братик. Все нормально. Они, правда, мне дом ломают. Так, я тебя не звал, нахуй. Бля, не попадаю, пиздец. Безнадежный, стал безголовый. Все, кончилась эта тема. Юморист, бля. Ну чё там, блядь? Давайте уже. Да когда уже, да, выйти отсюда, мне плохо уже. 15 секунд. Да, да, внутри. Прикольно от бедра, кстати, стреляет. Неплохо, пушка эта. Лежать, плюс лежать. Все, выходим из жопы. Из кулаки. Сейчас нас выплюнет. Мы ж типа тэпнулись сюда.
Здесь, короче, в этом режиме, чуваки, если вы в колду играете, здесь, блядь, охуенно пушки качать. Качаете и пушки, и уровень, а потом сосете в ММе каком-нибудь. Вообще ништяк. Потому что вы никогда не умеете. Да, рабочая тема. И как часто попадаете ко мне, потому что я все, весь свой этот ран капнул на сетевой игре. Надеюсь, что надолго. А Васян в то время сидел этот зомби-мод дрочил себе. И в итоге меня кидало, блядь, к пятым престижам, 700-м левелом. Я думаю, что это за пиздец. Чилы с консолями бегают, две тычки дают. Я такой, балдеж, классно. Ой, ее талия там впереди. Что-то все ломаешь, какие-то кристаллы. Ну, это плюс лутолимбус. Как тут подняться-то? Эссенция. Бля, вот веревка, ты чё, дядь? Чё, реально? В натуре, смотри. Ёбнуться, я поехал. Я первый раз вижу. Потому что в колду надо чаще играть. Понял. Куда, блядь, ещё-то? Так, мы сейчас улучшим пушку. Ты будешь какую качать? Определись сразу. Вот эту, да? Бля, я не понимаю, чё это такое, блядь? Давай вот эту маяк поставим, чтобы... Не, подожди. Я уже, блядь... Нет, иди сюда. А что это, в пост какой-то? Так, хорошо, и чё? Улучшайзер, понял. На вебке качество говно, это мое лицо, дядь. Типа, оно всегда такое. Так, ну скажи, зачем я это сделал, я вот не понял. Алло. Алло. Блять. Слышно меня? На нахуй. Да, слышно тебя, привет. Охуеть, я заметил микро, потому что я нажал отклонить портал, а у меня мут микро на ту же кнопку. Я сижу, рассказываю тебе, блять. Короче, больше патронов, больше урона, больше всего, блять. Нормальная тема. И вот здесь я крылатую ракету проебал. Есть. Это кто? Че за кент? Это самое. Переключи на оружие и улучши, если у тебя есть. У меня есть 1000. О, стоп, погодите. У меня есть 200, а тут надо 1000. О, забей, тогда копи, блядь. А чё копи-то? Чё надо собирать-то? Камни какие-то? А, зелёная какая-то хуета, которая падает с кентиков. Я так понимаю, это сейф-зона. Да, все, мы можем следующую волну, можем эвакуироваться, но мы не будем эвакуироваться, поэтому поехали. Телепортейшн. Так, принимай его. Принять. Сейчас нормальная карта будет, зимняя какая-нибудь. Да, Call of Duty превратилась в хуй пойми что, ребят. От Call of Duty только пушки остались. Они уже зомби-мод сколько лет-то делают так-то? Да я не знаю, лет 10, блядь, наверное. Ну да, с первого Black Ops уже очень давно. Это же раньше, наверное. World at War. Ну да, там, наверное, началось. Лет 10 уже или 15? О, зимняя, найс. О, плюс глаза, ребят. Одна из станций, доктор Гей, здравствуйте. Можете узнать, что там? Конечно, можем узнать. Этим займется моя группа. Как будем на месте? Ты чувствуешь разницу в демедже? Или так? Что-то, блядь, по-моему, пожестче стали, пацаны. В касках ходить, блядь. Чё? Блядь, друг. Да, друг. Что-то хуярит меня. А, это бронированный зомби, я понял. Все, поехали, у меня снегоход есть. Так я за тобой. Я не хочу, чтобы меня катали, я хочу сам покататься. Давай. А тут что, по квестам-то нихуя нету? Погоди, сейчас передавлю. На нахуй! Бля, нихуя себе я катаюсь. Ой, бля, зачистить надо сначала, а то будет мясо жесткое. Все, прожимай это говно. Прожимаю. Сундук и будем дефать. Сейчас боссы появятся вот эти молниеносные. И будет пиздец. Мужик, лови! Блять! У меня гигантский хер, надо его убить.
Ёпта! Ааа, блядь! Пизди. Я его почти убил. Тут еще, блядь, кент какой-то. Давай. Все, я убил его. Там еще один, что? Нет, там этот курильщик. Пойдем его отпиздим тоже. Нихуя он директом в меня попал. Нихуя ты покурил, бля. Покурил! Живи, просто всех отпизди, потом реснешь. Нормально. Снес его башку. Знаешь, что было? Он в тебя стрелял, я мансанул от нее, и она в меня попала, блядь. В руку ему стреляй, в левую большую, блядь. Погоди, он взорвется. Сейчас он, блядь, мне въебал, он взорвется, похуй. Ну нормально, он с одной не убьет. Можешь резать, слышишь? Он вряд ли тебя убьет. Опа, откис нахуй! Резай. Скорей. Хорош, блядь. Бля, лучше б меня в Нави взяли, нахуй. Извините. Так, го за наградой. Ты ходил вчера? А, не, я не смог. Красава. А ты чё, не, тоже не ходил? Нет, я ходил. Ходил? И чё, как? Нельзя, наверное, рассказывать-то? Да можно. Ты чё, ты хуйню эту кинул? Да, только она тебе хуй знает, как она работает, блядь. Домой уехал обратно. Ну а нахуя мне смотреть, как Александр Костылев, блядь, сидит на стульчике и рассказывает охуительные истории, блядь. А чё, там много народу было? Вроде да. Ну я хотел, но я правда не смог. Бля, я не знаю, я орал, короче, только с лица одного кента. Я правда не знаю, какой у него ник, но такое ощущение, что он обгашенный какой-то сидел. Нежить уничтожена. Это из состава? Да, из крейсерского, да. Я забыл, блядь, как его. Перфекта? Вход, да. Ну, остальных ты знаешь, наверное. Такой сидел. А может не перфект, а флейка. Да не, ребят, флейми-то я знаю. Ну вот и я подумал, я поэтому перфекта сказал. Блять, что ж такое-то? Я не знал, что там психолог есть какой-то еще. Ну, бородатый такой, да? Да. Все ваши люди погибли. Да, у них там пиздец, штат. Закончит анализ образцов. Не забудьте захватить голову. Так, я какую-то голову взял, блять. Не думал, что когда-нибудь произнесу это вслух. Неси ее куда-нибудь. Да, я ее несу, только тут уебище какое-то. Нормально? Все, нам дефать надо это говно. 3 минуты. Блять! Обнаружены отметки целей. Немного. Защищайте машину. Блять, как ты меня дамажишь? Порвал эту хуйню. Блять, чумок, ты? Ну что его был тебя там? Сумай! Блять! Ой, сука. Что-то все воняет, пердит. Да, это самая мерзкая херня. Бабка ебаная, блядь. Охуели, блядь. Ты смотри, он выебывается там что-то. Это что там бежит, мим? Нихуя ты что-то удивился. Я говорю, я первый раз захожу. Он похож на кента из Stranger Things. Я очень странные дела не смотрел, кстати. Ну вот там есть похожий. Не, напердели, суки. Что-то легчайшее пока. Да, там мы, я думаю, до 7 можем дойти. Будет сложно, конечно. Не надо было подставлять. Надо доходить, а то придется сапки дарить, блин. Да. Взаимообнюхивание. Меня что-то пиздит. Я выжил, нормально. Что я больше тебя отхватываю, блин. Потому что я эксперт, я хотел бы сказать вам. Реально, да? Зомби ликвидирован. Охуеть.
Я походу в танковую просто. Блять! Вот это я взорвал сам себя. Нам надо бы арморов найти где-то. Мужик, ты чего, блядь? Я заебался, дефать уже. О, бабах. Не понял, что за бабах? А это всех убивает нахер. Все, прошли? Не-не, 15 сек. Еще бегут у меня. Все, хуев, насосались, нормально. Я боюсь там представить, что будет на седьмой волне. Грей, анализ окончен. Ну, там просто будет больше боссов. Данные собраны. Нашим лаборантам. Чтоб ты понимал, челы до сотого доходят, но это надо целыми днями сидеть играть. Это, прямо, надо, это надо аимлок скачать себе. Есть минуточка? Конечно, есть минуточка. Ух. А ты что пошел делать? Я гей. А он ушел, вы меня слышите? Алло, чуваки с рекрента канала. Здорово. Что мы делаем? Бля, есть где-то? Ты так быстро пришел, что я не успел шутку вкинуть никакую. Бля, надо было заранее придумать. Да, говно, переделывай, давай, отойди еще. Так, я вот эту штуку активирую, я не знаю, что это. Да, бля, ебать. Что с этим делать? А, ну полетело нахуй! Че? Мне кажется, надо за ним бежать. Нахуя? Ну, не знаю. Пойдем, вон, там бежит что-то, я побегу туда, пойдем посмотрим. Подожди, это, там, а что там, кролик что ли, или что? Я ебу, пацаны, здорово, ебать! А, сука, напугал! Живи, живи. Ну, что-то куда не, бежать-то? Не почувствовал как-то, блять, на самом деле. Куда но бежать-то? Беги вперед, я видел, там какая-то хуйня приземлилась в дом. А, во, вижу, у меня она. Че это за хуйня? Че ты с ней сделал? Пострелял в нее? Я не знаю, да, я пострелял в нее, но. Че это за залупа? Я первый раз стрелял. Мужики, здесь заняты, нахуй. Ну, сперму какую-то собрали, фиолетовую, нормально. Покушаем. Она улетает от меня. Стреляй, потом за ней беги. Капсом пишет. О, Бутеренко, это вы? А, нет, показалось. Бля, у меня пуль нет. Я в говне. Нет, он деньги дает. Сейчас, купи, у тебя вторая пушка есть еще. Ебашь прикладом их, я тебе с одной больше брать. Нормально крошу, пацаны вон заценивают, балдёж. Порвал эту гниль. Так, это что такое у нас? Можешь найти патроны купить в этом доме. Так, в каком? Сейчас иду. Ну вон на карте, посмотри, видишь, нарисованы. Ребята, это... Ван объявил, что будет русский стрим. Значит, 3 числа, вы знаете об этом? Он тебе отправил уже подушку? Нет, да. Он, короче, уже связался со мной. Мы сейчас занимаемся обнюхиванием. Но я буду подушка... таким модным, я в таком мерче запущу, вообще охуеть можно будет. Подушка ебейшая. Я себе тоже захотел. Ну все. Слушай, это походу на втором этаже. Или у тебя нормально по патрикам? Иди купи, вот тут. Я, блядь, не понял, где купить? Того метку поставил. Склад боеприпасов. Бля, в туалете закрылся. Давай, я жду. О, бля. О. Блядь. Что-то Роман паркурщик не дотягивается. Это кто упал? А? Я. Так, за что? Ебать, 1000 нахуй. Дорого, пиздец. Ладно. Нормально, у тебя 20-ха. Так, пойдем в аномалию ее талию. Не сломаешь несы, блядь. Так, что это у нас тут? Какой-то радиопередатчик, блядь.
Мужик, ты чего без каски ходишь? Догони. Так, куда-то мопеды наши потерялись, надо бы найти. Да хуй бы с ними, мы уже все закончили почти. Вторую волну, что-то, кстати, было попроще, чем первая, потому что мы вкачались, видимо. Ну да, да, потом-то ты уже не сможешь качаться, дойдешь до максимального левела, а они все сложнее и сложнее будут. Там придется бластеры, хуястеры искать. Блядь. Покупай, короче, еще вот ту же пушку, которую ты качал, еще раз, лучше за 15. И можешь патроны еще улучшить, морозные. Бля, дядька, я хуй знает, я что-то нажал. Какие-то крутые пули горящие купил. Во-во, все, огонь. Я так понимаю, это второй, да, была волна? Так, тут какой-то верстачок есть. Это хуйня, пока не надо тебе. Вот да я это, блядь, там... лучшее оружие. И все, и погнали. Блядь, да где камни-то взять? У тебя нету опять? 650. Где их, сука, собирать? Я не понимаю. Так, на оружие. Оружие переключи и улучши. А, так оно у тебя и так улучшенное. Все, ты же подобрал его. Все, погнали тогда. Телепортейшн, ебать. Ну ладно, погнали, че. Ты горишь! Как огонь, я! Кто из нас гей? Я. Приветствую, добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте всем, добрый вечер. Сегодня серьезные мужчины во главе Рекрента и меня играют в зомби-режим в Call of Duty. Алло. А? Ты опять замутился, что ли? О, прикольная нет, карта. Нет. Я потерял связь с одной из доктор, это самое нормальное. Прошу помощи отдела полевых операций. Ух, как въебыч плу... Это что за уёбки, блядь? Доктор Штраус, моя группа... Кто там? А, электро хуйня? Электро долбоёбы. У него в пузе вроде крит... этот, фабос. Сюда! Ебать, ебу, нормально вешаю. Конкретно, блядь. Конкретно. Грудак ему хуярь. Всё нормально. Огонёк. Тони Старк помер, нахуй. Все, погнали потихоньку. Я ему в реактор нахерачил. Ебет нормально. Какой-то, я вызываю опять. Какая-то QBZ, я хуй пойми, что это. Это вьетнамский автомат. Да сука, вьетнамский автомат. Дружок, дружок, давай. Дружок. Тут посложнее немножко будет. Ща, погоди, возьму вот это. Перезарядиться надо. Уебанище пришло, сука! А он не такой толстый. Так, все, откисаем. Взрывай. Блять, мать! Подниму, подниму, я в инвизе. Так, тень надгробия использовал. Да-да-да, я русский, мне похуй, я понимаю. Нельзя что ли, блять, что за хуйня? Рэс, не его. Блять, ты... А, мама, я хочу, не хочу умирать! О, нет! Отъебись, долбоёб ты! Сука, конченый, блять! Чё, он гонится с тобой? Всё, 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 всё. Отлично сработано. Ураган! Куда он отлетает? Убрал особого засранца! Это ты сказал? Персонаж так сказал. Отстрелил ему все, что страшное, по-моему. Так, что, погнали что-нибудь еще делать? А хули у нас по одному квесту спавнят? Их по два же обычно, не? Или есть... Нормально, пониженный уровень, ребят. Кусок какашки перед вами, блять, непонятно, что это. А, куст. Вот это я ультра низкую графику себе сделал конкретно. Ну, зато стрим не падает, правильно? Бля, слушай, я вот прям не знаю, как со стримом люди играют. Слушай, ну, люди обычно стримят на видяхе просто, а не на проце. У меня на проце тоже пиздец, лаги и так далее. Выходи давай оттуда, пойдем дальше. Выбежал. Тут сейчас интересный квест будет с обезьянкой как раз той самой, чью душу мы видели. Слушай, а чё за мишки, например, в этой игре постоянно?
Не знаю, пасхалки, может, какие-то ёбочи надо им прописывать, может, что-то произойдет. Тут дофига пасхалок всяких прикольных. Ребят, сейчас Monkey Flip покажет. Какой-то звук ебаный был, слышишь? Это что-то из паркура? Monkey Flip? Да, что-то знакомое. Это обезьяна, когда заднее сальто делает. Называется Monkey Flip. Понял. Какая-то хуйня. Кажется, нежить успела раньше нас. Только куличку убьем и потом возьмем хуйню. Все, я уже взял. Ага. Тут на время, тебе быстро надо, погнали. Пойдем на отнеси. Беги, там пиздец. Блять, он притянул меня как скорпион из МК. Хуя. Так, зачистить куда? Б, а? Ладно, я на иду зачищать. Давай. Я слышно? Там. Взрывчатка заложена. На нахуй! Дядь, мне, короче, надо эту залупню нести. Нести? Поэтому... Да, тебе надо прикрывать. А, ты взял? Все, пойдем туда, я прикрываю. Давай, да, так будет лучше. Иди, у нас время ограничено, я Б этого пока заберу, наверное. Слушай, у меня какие-то тычки прям ебейшие становятся с этой штукой. Да? Ну все, ты сам отхуеришь, я на Б пошел туда. Да боюсь я... БЛЯТЬ! Бегу. Ну вот, кис. Все, погнали, я тебя сопровожу, в общем. Беги. Нам в тачку надо доставить это дерьмо. Бля, у меня крэк. Мужик, ты чего? Лови. Их уже не опознают. Там сзади какая-то хуйня. Можешь подобрать? А, это патроны. Возьму. Все, ты помнишь, где машина была? Да там этот уебан бежит. Не добежал. Да, иди, короче, я справлюсь. Давай. Ну, надеюсь. Мы не успеем. А! Справился нахуй! Скринь, блядь! Живи. У меня инвиз не откатился, я так тебя подниму на похуя. Да, я не хочу сапки давить. Нормально. Я доставлю тогда это дерьмо. Спасибо. Да я думаю, мы успеем, типа, чё ты? Успеем, 5 минут же давалось. Так а ты чё-то орал, что не успеем. Да нормально. Пойдем за второй, опасно. Нет, не стреляйся. Я вас не звал, блядь. Идите нахуй. Так, идем на Б. Ай, блядь, больно в сраке. Это что, арморчик? Кайф. А у меня вот нету. Что-то надо собрать еще. Найс. Что-то там ты уже активировал? А тут пиздец у меня. А, нормально, я взорвал их всех. Все, побежали, надо успеть. Вот бы тачку сейчас. Да успеем, что-то все. Я не знаю, минуту целую. Нормально. А урон реально был густает с коста. А, блядь, ты кто? Огонь? Да я просто маули. Ай, пукнуло, блядь. Блядь, прикрывай. Живи. Да я горю что-то. Что за хуйня? Уф, это бабах. Нормально. Все отъехали. Давай, другалёчек, беги. Стоп, знак. А что делать, обойти что ли? Нет, стримить его. Там все равно никто не останавливается. Можно потанцевать пойти, там как раз снимают, наверное. Группа собрала все емкости с эфирием. Контроль, приступайте к завтраку. Доктор Страус. Сейчас обезьянка будет, чекай. Или это, блядь, другая миссия, я не шарю. Смотри, там бутылка заспавнилась сверху. Нихуя. Блин, можно забрать ее? Сейчас заберу. Подтверждает. Ракета в пути к точке назначения.
Слушай, ее, наверное, надо на парашюте забирать. Не-не-не, все норм, сейчас заберу. Эх, сомневаюсь, ну давай. Куда, блядь, мне только? Вот Зверёк, есть протежу. Где-нибудь? Да нет. О, так у меня еще, смотри, на памятнике сверху. И их нельзя забрать только с парашюта, я думаю. Погоди, кто-то ржет. Ты чё за хуй, блядь? Чё у тебя там такое? Ебать! Ебать! Что? А чё их так дохуя? Я инвиз! Меня тэпнуло, блядь, куда? Дядь, я пытаюсь тебя поднять, жди. Надо съебаться отсюда, тут кошмарная ситуация, просто, блядь. А хули они, блядь, тут пиздец их нахуй жопой жуй, блядь, никого не было 5 секунд назад. Куда ты, блядь, зашел, что это? Мы проебали! Ну, конечно! Меня запиздили просто, ну, это, с ссаными тряпками. А мы поскольку договор... Блядь, и что теперь, заново нахуй? Да, да. Так все, мы уже, да, блядь, даже не успеем до седьмой, придется дойти. Ну ладно, потом. Пиздец, а я тебе говорю, я вышел, я слышу визг, я выбегаю, передо мной 50 челов стоит и какой-то уебан летающий, блядь, огненный. Нормально. Давай, блядь, пошел, поехали. Пошел, блядь, эссенцию забирать. Придется одарить, такс. У меня денег-то сколько есть, сколько там на 10 сабок надо? Я не знаю. Не, ну не сейчас же дарить, если мы в целом, в общем, не дойдем, тогда подарим. Да ты давай, не хитри, блядь. А, в смысле, мы на каждую игру, блядь, что ли, или конечно, что? Блядь, а ты как хотел? В чем нет, интерес, ну, вторую... А, я, не, я думал, оверолл, типа, за сегодня. Ладно, ладно. Так, даю инвайт. Погоди, я доначу. Ты себе даришь? Нет, я тебе дарю. А ты мне даришь. Слышь. Чем? У тебя как канал называется? Как найти? Бустер. Понял. Не знаю, у него общение какое-то, рулетка там какая-то, блядь. Не-не, тогда не я. Так. Мне! Увернулся от цапки, блядь! А как дарить-то, блядь? Да это там гифт и сам. Ну что? Подарить 10 подписок. Нихуя себе, блядь. Да я тоже охуел, слышишь? А ты сам нехуй было говорить, что по 10. Охуеть, блядь. Это можно в Макдоналдсе 8 раз пожрать. 8, блядь? 10, наверное. Ну да. Ох, так. Ну вот это, конечно, да. Скажите дяде Диме спасибо, что проебал катку, ребят. Пригласил тебя в команду. Сейчас захожу. Изи у ворот. Так, что? Блять, ты прикинь, ты денег у нахуй выбил, сапку. О, не проблема, бля, вообще для меня. И моей девушке сапка выпала, бля. Так, а галочником чаще падает, там как будто подкручивается. Моей девушке вообще понимал. Нет галочки! Ну просто, без проблем. Не нужно благодарности. Говорит, смотри, и мне выпало. Найс. Блять, я тут сижу 5 лет нахуй, мне ни разу не выпало. Так, ну что, давай инвайт, принимаем. Давай. Ну, на вторую игру нет смысла, мы уже не успеем. Нормально, успеем, все, давай. Не-не, ну в плане мы до третьей волны дойдем и все, блин. Можно спидран жесткий устроить. Давай жесткий спидран. Я не могу зайти к тебе в лобби, начинается, блядь. Бля. Не начинается. Повезло, повезло. В чате чел пишет. Долбоеб, заебал материться этот бустер. Нихуя подставил. Да это реально, слышишь? Извини, пожалуйста, больше не буду. Вот это подстава, слышишь? Не удалось создать лобби. Чего, блин, мы же в лобби и так сидим, в смысле? А вдруг он про реального бустера, типа? Да не, по-любому он про тебя имел в виду. Да?
Заходи. А, ты зашел? Сейчас попробую еще раз. Что-то оно не хочет, чтобы мы играли. Господи! Стоп! А, это Форбист. Спасибо большое. Миллиардер. Так и начинаем, да? Да, да. Че, жесткий спидран? Да, говорят, без побочек проходите, но без побочек будет сложнее, но похуй. Просто объектив будем делать сейчас основной. Жетон опыта X2. О, врубай. Активируй. У меня есть? О, тоже есть. Прикольно, мы на те аккаунты поактивировали кодики, блять, а можно было бы сюда активировать. Ну так-то да. А то я сижу, я реально... Кодиков давали? Кодика давали два. О, а я один еще не активировал. Изи, изи, изи. Из, 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 из. Простые монеты. Короче, если опять въебываем, опять донатим. Так я тебе еще раз говорю, мы не успеем, блять, никак. В смысле, въебать мы всегда успеем. Въебать успеем. Кошмар, ты сколько подарил? У меня заебали менты ездить. А, все. Группа с возвращением. С возвращением. Пора за работу. Ну, с возвращением, группа. Что-то мы бомжи, блядь, теперь. Моя команда подготовила исследовательский аппарат к пространственному... Доктор Грей ждет вас. Группа. Ты мне сапку на Вованы выбил. Спасибо, папаша. На, блядь! Разборки, нахуй! Дядь, 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 это, у нас спидран, пойдем быстрее. Да, быстрее иду. Ща, пацаны, с левой как уебу. Вот этот в кепочке нереальный. На, блядь! Аж каска слетела. Ты прикладом просто ему тузишь их? Нет, кулаками. А-а-а. Прикладом с одной убивает. Ну так из кулака нормально тычка прилетает тоже. Женщина, а-а-а, куда ты, блядь? Мне похуй, сколько вас! Блядь, опять поднимаешь, что ли? Так, походу, да. Я бегу. Кто тут забор поставил? Ебучий. О! Часа озвучка, блядь. Кто ее придумывал? А, это ты озвучку персонажа изображал в прошлый раз? Да. Какая-то она странная очень. Я немножко не понял просто, что это было. Так, тут какие-то кенты высадились. Я сейчас будет обезьянка, походу. Исследовательский аппарат собирает жизненно важные данные о темном эфире и его влиянии на живые ткани. Помогите ему пересечь пространственный барьер в целости и сохранности. Хорошо, поможем, конечно же. Сопровождайте вездеход, пока он... Сейчас будет драма жесткая. Иди сюда. Смотри. Ты куда поехал? Иди сюда. Видишь обезьянка? Да. Ну все, потом это самое еще ну, раз. Ну интересно, посмотришь. Блядь. Обезьяну. На ней, короче, тестируем вот эту хуйню какую-то. Потало вот эти всякие. Максимум патронов. Максимум силы! Так, там внутри что-то. Где? Open case. Ну да, хуйня какая-то выпала. Снайперский. Ну и это сойдет. Ну да, нормально. Тоже я с иглы, пойдет. Блять, с зумом таким уебищным. Ну ладно. Гугнир, конечно, не выпал. Ебать, шлепаю! Че у тебя там, покажи? Не знаю. М-ка какая-то. А, это я М-ка, да. Ну вот, все вокруг заляпал. Провожу оценку стабильности аномалии. Аномалия стабильности. Стабильная работа, стабильный секс. Сиали, просто будь мужчиной. Доктор, обезьяну засосало, ребят, в черную дыру. Сейчас я отбросил это все. О, она полетела. Бля, нихуя на коляске полетела, куда, погоди. Все, пизда. Пространственное воздействие уже оказывается. Она превратилась в яблоки. Продолжайте сопровождение. Нам нужен. Чтобы ты понимал, у меня вместо нее кусок мяса просто был один раз. Так, что это? Металлолом, блядь.
Вот металлолом это как раз, чтобы пушку улучшать, если... Воу! Это что за хуйня? Я кинул туда говно. Бегите сюда, бегите, глупцы, бегите. Ну ты всех расстрелял, блядь. Так я не знал, что ты мину дал. Кто ж знал-то? Вон еще есть. А, ну ты уже просрал. Ебался, блядь. Бля, прикольный режим вот так вот позалипать на самом деле. Ну, музычку включаешь, сидишь. Покачать левел, а потом хуёв пососать в сетике. Ну, сложный пиздец, типа. Я помню зомби-режим, когда появился только вот этот. А, какой-то чел из фейзов целыми днями сидел, просто у него там, не знаю, 20-часовой стрим был, может, больше. И, типа, он там рекорды пытался побить. У него там 300 какая-то волна, что ли, была. А, да? Ну да, не совсем эта карта, то есть зомби-режим, но другой немножко. Активижены, типа, что-то дают за это, за рекорды? Не. Ой, мне похуй, я на даче, блядь. Это Волга, блядь! Почему Сокол написано? Ты куда нам сопровождать надо? Нормально на Волге хуячу. Руби радио, как? А тут рубается? Без понятия, да. Не играй на проезжей части. Бля, нам хуйню тут чуть не сломали. Бачком? Сейчас, погодите, псов задавлю нахуй. Псы взрывают тачку у тебя. Ничего страшного. Бля, прикольно, где же еще подавить можно кого-нибудь? Мужики, отъебитесь! В Warzone примерно такой же геймплей, если что. Ну я видел, там до лейта доходит. Пинты. На грузовике, да. А из грузовика невозможно выселить просто чела вообще. Он бессмертный просто. Еще немного, мы справимся. О, толпа целая. Иди мину свою кидай, у тебя есть мина? Да, есть. Давай, давай, клади сюда ее. Взрывчатка заложена. Пацаны, взрывай нахуй! Подожди, так я думал обилка. Ну, обилки нет, что ли? Да есть, вот. Че она? Ну, что-то она пукнула слегка так. О, дерьмо. О, гучищ. Бейкер так просто не сдается. Ну чё, первый класс, нормально. Чё, поехали? Взорвёмся сейчас, не? Показала себе. Она горит просто, блядь. Да никто не горит, всё норм, ты чё? Не знаю, подгорает. Езжай на Марию. Ты шо, блядь, это просто вскипели немножко, нормально. Это ж Волга, блядь. Так, куда нам ехать? Направо, да, аномалию? Аномалия, да, да. О, у меня персонаж вылез просто из меняем машины. Меняем машину, блядь. Тварь ебаная, блядь, ломает все. Так, ну вот этот кукурузник нормально едет. Прикольно. Пацаны, рулим, а то что за дела? Не так просто я вам сапки. Не так просто я вам сапки дам. Мы будем выигрывать, алло. А, блядь! Сюда, направо. Ну, тут можно выиграть, если что. Тут можно эвакуироваться просто. Мы нет. Так и сделаем, наверное, с тобой. Зачем? Давай, иди в аномалию, активируй. Попозже, а я буду сейчас, блядь, давить всех. А тут никого не будет, мы же в сейве, типа. Я пойду лучше, да? Да что такое тут? Покупка различных перков. Пушку лучше за 5. Это важней. Вот у меня. Не, сори, братанчик. Пивка ёбнул. Запиваешься? Да. Все, тебе не хватит. Полетели. Так у меня и так крутая пушка, нахуя мне? Ну, оно очень сильно помогает. Да, я поехал. Давай, пока. Все го. Хорошее го. P
Иви, твоя сила и мудрость. Не, ну это уже какая-то пропаганда получается алкоголя. Ну что можно сказать? Пиздатое пиво. Заебись пиво. Вот оно, жидкое золото. Спутник Реквиема над точкой. Можно вышибать дверь. Я вот так сейчас подумал, какова вероятность, что выпадет Динику тапка, если ты подавишь. И запах женщине моей. Типа вот, блядь. Она ж по меркам всех зрителей чисто new school. Эта тварь не умирает, ты чё, блядь? Я не знаю даже. Бля, нам надо снегоход забрать. А то мы будем полчаса бежать. А чё, нельзя на этом, на телеге покататься? Было бы прикольно, была бы тут это фуникулёр, можно было поездить на нём. Ан, погнали, блядь. Давай. Может, и можно? Пинты какие-нибудь крути. Блядь, накрути. А как? Бля, меня взорвут сейчас. Там хуета электрический заряд, давай, я не могу ехать из-за этого. Да не, я еду, нормально. А я не могу. Ну так и не еду. У меня заглохло. Иди квест делай тогда, я догоню сейчас по шишкам. Блядь, нихуя меня заносит, оно, блядь, телепортируется за мной, это хуета. Ну, оно хейтит, да, транспорт. Все, меня отпустило, я еду. Мадина! Блять, пизда. Блять! Мама, хочу жить. Чел, ты чего, блять? Блять, ты где пропала, сука, тварь? Покажись мне, блять. У, пизда тебе, нахуй. Другалечек. Я ура. Ага. Все стрелял. Да, Милану говно здесь. Определенно. Оно везде говно. Я бы сказал конкретно здесь. На, вонючку. Так, чего у нас? Два. Я не знаю, сейчас долбанет, смотри на меня. Куда ебанет-то? А, вон. Главная цель захвачена. О! Это чё, кто? Мега уебан! Цель получила подкрепление. Походу. В руку ему, хуяри. Блять, так тут ещё и уёбки, сука, бегут. Ой, он в меня попал фаерболом. Мгновенно я взял. Ты живи, друг. Я нормально. Это что он? Какая-то сперма полетела. А, что неуязвимость это? У него. Справа эти уроды. Идите по следу. Цель снова появилась. К северо-востоку от вас. Пойдем, нам догонять его теперь надо. Интересно, вот кто придумывал этот режим? Он такой, бля, надо добавить побольше психодела какого-нибудь. Побольше, ну, всяких он прикольчиков. Заебывает, наверное, за столько лет, ой, поэтому ой, что-то пошла. Надо придумывать. Не одно и то же ведь пилить. Погодите, блять! Опять, сука, их 90 штук, нахуй. Все, я нажал. О, этот лошок надо мной. Пистолет-пулемет. Я не против. Поерюсь с ним. Сука. Какой-то кал взял, походу. Так, что это? Бля. Дядь, он меня хейтит. Какая-то каловая масса. А мне босс. Ну ты дерись. Хорошо. Бля, я все фаерболы ловлю, я конченый. Блядь, ты чё не умираешь-то, сука? Где у него крит-зона? Я заебался в тело, стрелись. Ну ты это самое, я малых просто бахаю.
Опять улетел. Да. Он, да, да. Последний раз, я надеюсь. Он движется. Идите по энергетическому следу. Нежить уничтожена. Нет, что-то дичь какая-то, надо пушку менять, потому что у меня бизон говняный. Так, тебе надо улучшить просто за 5к и все. Пойдем добьем лоха. Он стоит вон на ФК. Уроки учат только лохи. Ой, я ж не... А, ничуть, я умер. Тебе надо всех убить. Хули, я умер. А че это, я устал? БЛЯТЬ! Ты, в принципе, ебал их. Маленьких убьешь и поднимешь. Ой, бля. О, жопу трахнуло. Попробуешь? На плюс морали. Держи. Держи, держи, блядь. Не держишь. Габайла. Нормально. Живем, живем. Лучше. Спасибо за помощь. Вот так, ребят, работает, нахуй, профессионал. Все, пиздец, откис, походу, я. А? Нет, фу. Ой, блядь, на почему. Блядь, тентакля, сука. А тебе черт бежит в спину. Да я, блядь, бегу тоже как-то пытаюсь. Бля, вроде жив. Сюда, блядь, ну куда вы? Добей, 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 он один хп. Все, добился нахуй. Наконец-то. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вот это орудие для убийств, я считаю. Что это за говно? Ракетницы. Нормально, мы не сдохли, хорошо, сапки не нужно пока что дарить. На самом деле мы были настолько близки. Бля, купить или нет? Нет. К смерти? Я тебя уже больше, чем ты меня поднял, кстати. Держу в курсе. Если сдохнешь один, а братишкин проживет, то тебя резнет через 30 секунд. Говорят вот так. Но, похуй, мы не планируем умирать. Ты где? Главное, чтоб ленту не заклинило. Лучше или хуже? Синий хуже или лучше, чем зеленый? Нормально. Синий лучше. А ты где вообще? Понял. Черт возьми. Я бегу. Беру однозначно. Давай, давай. У меня транспорт тут. Кого стреляешь-то? Я попробую. Прикрываю тебя просто. О! Нормальная тема, да-да-да. Он самый сильный тут, если что. Самый сильный — это вот эта хуйня у меня в руках. Это нормально, да, тоже. Ну, я и говорю. Погнали. Поехали. Хочется пукнуть с нее куда-нибудь, прям в кучу какую-нибудь. Качай оружие. Сейчас, мы, я не, я правда это, мы сейчас доедем сначала, потом уже пока. Ну, дробаш, конечно, как раз. Блять, мимо. Молодой, что-то плохо едем. Нормально. Все, нам внутрь. Что, то же самое сейчас защищать? Не-не, это уже маяк. Наш спидран. Сбор эрекции. Так, пойти что ли пушку вкачать? Так, вот это вот здесь делается, походу. Честное увеличение, да, урона, да, да, характеристик. Так. Да, вот мне не хватает на улучшение, потому что мы не делали сайд-квесты, но мы и не хотели. У меня хватает все. Я закуплю пока газировку. Все, поехали. Какую лучше, заморозку или вот эту? Ну, у меня заморозка. Ладно, я глушение поставлю тогда. Пивандопола можно было бы еще бахнуть, но мы уже не успели ничего. Ну я бахнул одну шарочку. Я вкачу тебе армор, а потом уже оружие. Ну, это, короче, походу, я поставил. Он и тебе написал, и мне, бля, ему. Я поставил. Именно... Не, я у тебя читаю, у меня два чата открыты. А. Рука, что рука? Карта рука называется. Погнали. Полевая группа. Погнали. Одна из станций анализа обитателей темного эфира перестала отвечать. Блин, бля, ебать. Дай-ка я попробую тычку ему дать. Группа, пройдите. Давай. В эту точку. Если попадешь, он... Мансиджи.
Ебать, у них кукуруза отлетает, блядь. Мужики, вы чего, блядь? Блин, мотит. Убил, убил. Все, пойдем квест сделать сразу. Пойдем. Бля, ну не сразу, но вроде норм. То есть, ну, хуй пойми, как это работает. А чё, про чё ты? Да это я про дробовик. Ты улучшил, да, его? Ну да. Смотрите, уебан ходит. На, кирпичом тебе въебало. Так, берем малафью. Показываю один раз, ребят. Вот так вот. И все. Не, у меня прям имба какая-то сборка. Там есть еще дробик, он тоже жесткий. Это кто, блядь? Я заебался бежать уже. Не знаю, я пробежал точку какую-то. А, у меня курильщик, сука. Вообще не в этого целился, ну ладно. Я придумал. Я сейчас заберу, кстати, вот эту точку. Так, точка. А, тачку имеешь? Смотрите. Все, погнали. Блять! Я думал, я парашют раскроется. А, блять! Я еду. О, не, ну это что-то какой-то олух. Наебательский кейс какой-то был. Садись давай. Порвал эту гниль. Поехали. Ребят, рулим, блядь. Ну да, получается кейс из CSGO. Вроде ждешь лут какой-то, а в итоге все деньги забрали, блядь. Так, ну мужик, что ты, сука, ты чего? Да я врезался. Мужик, ты чего, блядь? Врезался и стоишь. Я горю еще, смотри на меня. Кайфует, мужик. Ебать хуёво мне. Блять, все, и больше руль не давайте. Блять, меня еще и машины передавило. Она что не хуйня беспонтовая какая-то. О. Кайфарики. Ну, забираем этот черепуху, значит. Все, размещай ее. Смотри, у нас 19 секунд говна может Похоже, быть. Похоже, этот не вполне мертв. Кажется, он передает какой-то сигнал. Кажется, мы их разобрели. К вам идут силы противника. Надо было потом бонус активировать. Пока данные не будут переданы. А он пропал бы. А, да? Да, он не всегда лежит. Эй, конкретно. Пацаны, полетели, блядь. 3, 2. Говорят, в игру только что добавили арбалет. Как тебе такая новость? О, блядь! Псина нахуй. Не, вообще ж по жести, да? Что проигнорил того? Он знает, что он в опасности? Зовет на помощь? Простите, я хотела сказать, ждите еще противников. Хрен ты проигнорил? А ты что сказал? А, да, я так хуйню сказал. Потому что арбалет добавили только что, мне в чате пишут. Новый арбалет какой-то. Так это, я ебать, я ж не ебу. Че это я проигнорил-то? Добавили, добавили, я вообще с этим дробовиком бегаю. Я себе вас, блядь, ловите ляпку. Это собака взорвалась, оказывается. Держись, мы почти получили данные. Надо еще немного времени. Бам. Убийца зомби! Блядь. Ч
решил хуярить нашу станцию. А, ну габ его тогда. Не-не, пизди его. Я в инвизе. Булахов. Я так понял, ульта откатывается от количества урона по зомби или убийств. Мне кажется, да хуй его знает. Я не знаю. Ну, со временем точно она откатывается, а вот что еще надо делать, не знаю. А нет, закиллы реально, ты прав. Че он орёт, блядь? Понял, он орёт, и они из-за этого сбегаются сюда. Вон толпа, он метку дал. Ну я тут держу пока что, нормально, обстановочка, нормально, по кайфу. С станами, что ли? Держусь. На, блядь! Пиздец, я прокачался уже, алло! Хоть мультиплеер уже ебаш, иди. Там первый лава очень быстро апается на точку. Бля, взорвалось, что ли? Анализ окончен. Найс, найс, поехали. Передачу генетических данных подтверждаю. А чё тачка где? Работа, ударная группа. До связи. А, у меня. Наебал. Ну вот она. Вон там. КБ сосать. Едем. Ребят, едем на дачу к бабушке. Так, электрические уебаны меня задетектили. Ты выскочил, что ли? Так я на своем транспорте еду. А, нихуя, ты крут. За эти... А, блядь! Помеха справа! Ты ёбнулся, что ли, блядь? Ступи дорогу, блядь. Так, ну давай, активируй. Куда-то машину усосало. Так, секунду, пока только не это, портал не юзай. Ладно. Кристаллы соберу. Ладно. О, блядь, сука, мы же в сейф-зоне, блядь, хуя ли вы пришли? А, слушаешь, если у тебя 15к, да, у тебя есть, можешь улучшить пушку. Пусть с ними с кристаллами, улучшай ганы, погнали. Я вообще все улучшаю. Я не планирую еще 10 сабок отдавать за 2000 с хуй, блядь. Блядь, ну ёб твою мать, нахуй! Опять наебательский кейс какой-то, сука. Я возьму. О, в смысле? Ты так же наебался, да? Да. Причем он, блядь, взял назад в ящик превратился, ты говоришь, я возьму. Так я думал, это с него выпало. Все, поехали. Не, погоди, не поехали. Сейчас я еще посмотрю, что могу улучшить. Ну, газировку купи, да и все. А, ты что, еще это можешь, да, наверное? Понял. Бля, не хватает чуть-чуть. Можешь поискать еще что-нибудь? Не-не-не, потом улучшишь, потом улучшишь. Это хуйня, там стоит крафтить, когда у тебя очень много этой говна этого. Да все прокачано. Погнали. Уже. Я пивка ёбну. Давай, я уже 4 бахнул. Не то пиво, что блестит. Ау. Че за хуйню ты написал, чел, алло? Че он написал? Они же в рамсах, блять. Кто мы? Кто вы? Ну подумаем. О, я не знаю, это рофл или нет, он говорит, когда у вас совместный стрим с Маки чем-то получается. Уивер, отдел энергетических исследований потерял связь. Это рофл же? Конечно, блядь. Ну тогда я мне брать. У меня опять наебательский сундук. Вызываю группу к последнему известному месту. Ребят, я пора бы уже с ракеты уебашить кому-нибудь, я говорю нахуй. Все, все, я пиздел. Пойдем. На нахуй. Блять, пиздец, а шо урона так мало? А так оно у тебя не вкачано. А че ее вкачивать еще надо? Ну, конечно, ебать, все вкачивать надо. Какой почепиздили, блять, ты что? А что, они мешать будут, думаешь? Да, блять, они ж телепортируют. Сзади псы. Позорные, блять. Все, пойдем. Вон он перед нами встал, сейчас мы ему дадим прикурить. Одному дал. Дал-дал, дома дал-дал, ушел, блядь. Ну-ну. Нет, забыл, какая же плохая идея, на полкарты ебашь.
Ну, прикольно, что тут бесконечно волн. Я, например, не знал. Да, тут хоть сколько можно фаниться. У меня была сессия, я часа три подряд играл, но я так заебался, я просто уже специально пошел, свидел, потому что я за три часа реально устал этих зомби уже мутузить. Кайфанули, мужики. Медали собрал. В руку. Ща ему в жопу, блядь. На нахуй. Это не особо помогло. Кто, блядь, этот чел зеленый бегает? Это мой друг. Я его понял, ну, починил. Так, походу откисаем, ребят. Потихонечку. Кажется, нежить успела раньше. Ну тут жестко, да. Моя группа закончит работу. Ну, мы рекорд уже побили, да? Мы же до этого на третьем сдохли или что? Ну я в хату залез. Оценили опасность. Надеюсь, вы не станете повторять их. Блять, опять то же самое! Да, на время опять это говно. Удвоение. Я на Б. Ну, нам вместе лучше. Давай вместе я иду. Одной проблемой меньше. Мужики, вы чего там засели? Емкость, коллектор нужно очистить. Наелись, блядь, и спят. Помогите, блядь, мне на Б, пожалуйста. Я помогаю. Я в попу ебал, блядь. Мам. Спасибо, благодарю. Понимаю, что кристалл дают. Я взял это говно. Давай. Блять, помоги. Помогаю. Ой, нажал хуйню какую-то, прикольно вроде. А чё, где она? Чё, где? А, она упала. Давай, давай, неси. Сейчас армор возьму, тебе не надо. Прям. Ну, взял, чекай. Нормально, хилимся, живем, пока что тащим. Блять. Сейчас я этого урода загашу, погоди. Дохлик, блядь. Убрал дохлятину. Но, слушай, судя по тому, что мы еще, блядь, в этой миссии, значит, мы не обогнали себя. Нет, нет, они тут спавнятся рандомно просто... всегда. А, да? Ты с первой можешь ее выполнять, да. В первой волне. Не, мы уже дальше ушли, чем в прошлый раз. Я тебе точно говорю. Спидран рабочий, мы потому что не делаем эти сайд-квесты. Они нужны, если ты хочешь дальше прожить, типа. А мы, нам, у нас цель-то волну побольше апнуть. А мы сегодня одни апаем волну или кто-то еще? Я думаю, мы в принципе одни. Потому что все остальные, они просто участвуют в каком-то турнире по Warzone, а нас туда как бы не позвали. Да и нахуй. Ты слишком дисбаланс. Ну да, меня решили не звать. Там все остальные играют, кто в прошлый раз вот был. Гвин, Гид, все играют. А Гвин тоже сейчас участвует? Не, они 26-го играют числа. Ага. Сегодня 24-е. Короче, мы с тобой только в зомби играем, все остальные в Warzone. Нормально, повезло, повезло. Заебали просто Warzone уже, честно. Ёбни, что ты, я не знаю, бессмертный просто. Особый ублюдок. Давай, Малафью еще минуту надо нести. Я, блядь, заебался нести я. Че, тачкой не везем? Да нету тачек, плюс электрическая хуета может нас ваншотнуть в машине просто, она же это, взрывает. Ну
Ну, мы успеваем, нормально. Ну, быстрее отделались. Что-то ни ракета, ничего не выпадает. Прикольно, блядь. Группа собрала все емкости с эфирием. Ну все, мы одни из лучших сейчас. Четвертая волна, охуеть. Даже не блядь. Надо было на пятую спорить все-таки, а не на седьмую. Да я думаю, мы и следующую пройдем. У нас дохуя очков. Да спокойно, да. За 30 тысяч следующее улучшение, если ты два раза уже улучшил. А чё, куда нам идти-то, ёпта? Свежий эфирий. Чё он там рассказывает? Скорее бы его доставили. Я надеюсь, вот это вот ящик не... Чё, наебательский опять? Иди, проверю. Не, нормальный. Хуета, правда, выпала какая-то. Ладно. Ты убежал? Пойдем, пойдем, я тебя жду. А где, блядь, ты? Вот я. А, вижу, вижу. Вы охуели, блядь! Я вот не понимаю, никаким образом вообще спавнится. То есть, пока я отвернулся, блядь, что ли? Да, типа того. Спавнится, видимо, там, где ты их не видишь, в тумане войны. Так, ну улучшить мы не можем? Можем. Денег не хватит. Можно запиться. Пивкоум. У меня, если что, кент. Не понимаю, в чем смысл, правда. А... Ой, вот ебать, я улучшился. Какая-то хуйта такс. Мужчина. Да, 30 тысяч не хватает, бля. Так, а здесь где еще крут. Что тогда? А я могу вторую вот, купить, вот или у меня лучше. Поменяется? Не-не-не, все покупай вообще. Я все купил. Так, погоди секунду. Ебать, я крутой сейчас. Ты все выпил, да? Не-не-не, сейчас вот это еще посмотрю, что тут. А, оружие, броню, все, улучшай по максимуму и поехали. Все, ёб твою мать, блядь! У меня броня на 3. Я сейчас вообще имба нахуй будет. Пацаны, все, фиксируйте, сейчас будет вообще жопа. Не, колда не весь стрим. У нас с рекрентом должны, блядь, до максимального левела попробовать дойти. Мы уж не успеваем, конечно. Ну давай эту последнюю проходим и эвакуируемся, и все, и наши изи. Там эвакуация сложная, мы еще можем на ней проебаться и придется сапки дырить. А это рофил или что, серьезно? Не, правда, там, чтобы эвакуироваться, там надо отпиздить кучу зомбей. Как вы в двойках запускаетесь? Мы... Ребят, там надо закрытую выбрать. Закрытая и нашествие, там можно вдвоем играть. Координаты получены. Группа... Так, ну я улучшил себе взрыв этот. Блять, найс в рекрента попал. А я думаю, еще что за хуйня. Блять, что за... Как этой хуйней пользоваться, блять? Все, взорвало. Пойдем, блять, выполнять. У меня снегоход есть. Сейчас, погодь. О-а-а! Блять, вот это просто разъеб, нахуй. Я погнал, забирай тоже там. Ой, блядь, тут электрокинты, они вырубят сейчас. Блядь. Нет, я взорвался. Блядь! Блядь! Ты жив? Да, да, а ты? Да. Вот их очень много уже, тут очень сложно. Надо их убить. Хорошо, блядь, только с дробовиком бегаю. Ну подойди, въеби ему в грудак. Вроде бы вкачал, пиздец, а по электрикам вообще хуёво дома храны. Ну, они охуевшие какие-то, да. Я не понимаю, почему я не критую, я прям в грудь целюсь, понял, там, где огонек вот этот. Крита нету. Пошла взрывчатка. Взрывчатка заложена. Прицел дерьма, неудобный. Блять, я не могу тебя сейвить больше. Меня надо сейвить? А, ты понял.
Все, последнего сейчас убиваю этого урагана и пойдем. Блядь! Все, въебашь ему разочек. На нахуй! Все, полетели, хватит их бить уже. Бесполезно. Вообще дэмэджа нет. Мы на этом этапе должны уже, понял, улучшить пушку на 3. Так я на 3 улучшил. Не хватило... Не-не-не. Я имею в виду за бабки, за 30 тысяч. Нам же не хватило. В итоге вообще не дамажит это говно. Типа, если бы мы хотя бы один сайд-квест бы сделали, у нас было бы по 30-ке, мы бы улучшили давно. Бля, найс вообще. А, блядь! Чё, собакины? Уебаны! Беги. Я прикрою, может быть. Да, тебе оно не надо, там ураганов нет, ты убежишь спокойно. Куда, блядь, эта базука стреляет? Это вообще какой-то ор. Блять, кто-то там за мной так потно бежит и все никак не отъебется от меня. Сука, вам пизда нахуй. Давай, на развороте, блять. Все. Доминируйте кристалл темного эфира. Блять, нет. Этот портал должен был быть закрыт вчера. Нихуя не понятно. Блять, мы что, мы сейчас в дом походу с тобой? Ой, там пизда будет вообще. Ну ты с дробовиком там расфанишься нормально. И что сделал? Мы в дом в этот опять. Какая же вам пизда, говорят. Не, ребят, вы что-то, конечно, зря не верите в мои способности. Я что же, блядь, не только видосы умею смотреть, блядь. Подожди, а где мне патроны взять? Я чем стрелять буду? Писькой. Пиздец. А, вот тут зайти можно. А куда? Где? Согласен, нам пизда. Это жесть, у меня патронов нет просто. Как пройти тут? Чач. Полностью согласен, нам пизда, блядь. Так. Какая жесть. Нежить уничтожена. Куда? Ой, я нашел Патрика, нормально. Помогаю, улучшил. Дядь, тут просто бегать по кругу и пиздить их. От бедра. Ой, нет, нам точно пизда. Блять, да сука, я только подбегаю, блять, дырку заделать, нахуй. А не заделывай, нет смысла, надо просто хуериться, блять. Что это за тяжелый хуй, почему так? Я заделываю? Ага. Отделите плоть от костей. Ой, какой эджи. Эджи бой. У меня мим. А! Блять! Я тоже притянул. У меня вообще не дамажит ган. Ой, говно. У меня тоже, блять. Есть фишку кину. Есть. Бам! А, маму е! Не надо меня восстанавливать, я сам. Нихуя ты жесть крут. Жесть ты крут, блять. Я сам себя могу поднять. Я застанил лохов. А где патроны? А чем стрелять? Блять, мимы нахуй! Мужик, чем стрелять? Стреляй чем-нибудь, друг. А чем, блять? Не, в натуре. Это пиздец, нашел патроны. Блять, нет. Беги, за нет, меня не сапки, беспокойся. Блядь. Не беспокойся, бегай просто. Сапки! Я их блочу. Конечно, я тебя не буду поднимать, мне пизды сразу дадут. Так не, я, наверное, восстановлюсь, если ты выживешь. Думаешь? Вот потому что у меня тут какая-то хуйня горит. Я не выживу, просто... Не устоять перед... Блять, минус сапки, минус... Не-не-не, живи. А мне похуй, я русский. Хо-хо-хо! Я тебя поднимаю. Да ну нахуй! Не-не-не-не! Беги сюда, в центр! Блять, опять откис! Да ты заебал! Все, бегай. Да пиздец! Нет! Мама! А чё, как? Нихуя, блядь, тут Боров такие... уходит. Удвоение очков. А как я жив вообще? Живи, ты главное живи.
Да, блять, а как? Нет, это что за хуй? 37 секунд, живи. Блять, а что это за уродище гигантское? Я не знаю, что это, я первый раз тоже вижу. Я вообще первый раз играю. А, это который раскладывается на два, я вспомнил. Блять, уебан, он знаешь, как кулаком больно бьет? Беги, беги, просто бегай. 23 секунды, 23 секунды, 21 секунда, 20 секунд, 19 секунд. Слушай, ну геймплей, бля, зачетный. Ну ты красава. Не надо будет убивать. Красава. Давай бегай, бегай просто. 10 секунд. Ебать. Мне кажется, мне убить надо будет всех, это габелло. Ну так они не будут спавниться просто, если ты пройдешь. Все, меня сейчас ТКО. Возрождение 40 секунд у меня. Изи. Ты что, прошел? Да. У меня 40 секунд на возрождение. Нормально, я прошел. Нихуя не 40, блядь. Симулятор бега, блин. Пацаны, все, не видать вам нахуй. Так, тебе все, надо 30 секунд. И все. Чел, нахуя так потеть? Правда, я без всего возродился, но ладно. Как? Ничего нет? Да, я голый. Время. Распространение остановилось. А как мы эвакуироваться будем? Опасность миновала. Как, ну сейчас, блядь, видимо, к верстаку надо пойти. Что ты там высрешь? У меня есть 25 тысяч, но оружия нет. О, смотри, ну это, бля, это что такое это? Говно. Ну это М-ка, можешь взять М-ку. Забей, мы все равно эвакуируем. Бери М-ку, сейчас улучшишь ее два раза. На улучшайзе. Что, заново что ли надо, блядь? Ну да, сейчас потратишь, чтобы... у тебя 20 тысяч есть как раз. 25 сумки у папы. Ну вот. Сейчас улучшишь два раза и заебись будет. Создаю. Вертолет со стрелком, и все изи, говорят. Но если у меня хватит монет. Ча, я скрафчу, короче, вертолет со стрелком. Давай, я пока пушку, блядь, улучшу. Чат, как называется? Крылатый ракет. Во, нашел. Ебать, все нормально. Я призову эту хуйню, она сама все сделает за нас. Все, денег нет. Охуеть. Денег нет. Так, мужчина, я починил броню. Так, и ну, все? Хуйня-то. Я тебе денег скинул бы, но у меня нету. Ложная так, цель. А ты скрафтил этот самый, да, уже вертолет? Да. Я, наверное, хилки скрафчу. Бля, себе, не, чтобы не сдохнуть. Уже прокачанные, кстати. Ну-ка погнали тогда, вызывай. Все, я хилок себе 5 штук сделал. Все, поехали. Вызывай, ГИБДД! Фура убила. Я вызвал, все. Погнали. Группа вызывает эвакуацию. Вивер, чё, блять? Это типа Вивер, он так говорит. Не, Вивер это перс из доты, там жук такой, ебать, бегает. Ну, так он сказал, Вивер. Так я знаю, да. Виеп он хотел сказать. Ой, сейчас мясо будет, ебать. Нормально. Погнали. Хуерим. Вертолет вылетел. Бля, как будто серьезного Сэма ебашишь. Че, чат вызывать уже или когда, или потом? Да все, кикренту пизда, короче. Блять, а меня-то кто пиздит? Нам бежать надо. Да? Пиздуйте туда, говорят. Все, погнали, у меня тут это... Нормально. Давай, другалетчик. Бягу. Нам просто добежать надо через лохов. Мы туда приходим, я вызываю вертолет и все, блять. Это наши изи. Блять, мать ел! Нормальный супер, слышишь? Надо поюзать тоже. Блять, ёбаный в рот, нахуй! Я доехал. Я доехал. На чем нахуй? На своих двух. Блять! Уебан, сука, прыгает! Вызывать? Да вызывай, да, блять! Это пиздец! Какая я? Кто я? Я пулемет! Блять! Ааа! Блять, больно нахуй! Ладно, я буду бежать. Все, живи, я хуярю их. Убежал нахуй, фиксируй. Блять, доехал. А я выжил, я живой? Да, ты главное живи. Да не, ребят, ну конечно без денег, блять. Дядь, ну я ебу пиздец. Смотрите, ураган ходит. С вертолета что ли стреляешь? Да, я охуерил с вертолета, сейчас я буду так ебашить. Я тебя резну. Готов? Готов. Иду резать. Возвращайся в бой! Блять, пиздец, нахуй!
Живи, живи. Урагана, давай. Зафокусим. 15 секунд. Нас заберут отсюда нахуй. Да, 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 да. Так, один есть. Готов. Пошла взрывчатка. Есть. Куда он полетел? Долбоеб? Он долбоеб! Что? Понял, нам надо было всех убить, чтобы вертолет безопасно приземлился, походу. Но это не считается же за проеб. Я не знаю. Это же не считается за проеб. Мы же не умерли теоретически-то. Ну мы еще живые, да, насколько я знаю. Не, ну вы это понятно пишете, считаете, отца. Блять, еще нахуй на 3000 обмен. Ты прикинь? Два ебаных урагана нам заруинили. Если бы мы их убили, все было бы заебись. Так это нет, это же. Ну мы же улетели. Чисто теоретически вертолет-то взлетел, ну реально. А вот дальше уже катсцена, где мы погибли, типа. Это по сюжету надо было. Блять, ладно. Чуки крент, блять, сейчас нахуй. Сука, пиздец, блять. Наебешь. Не, ну ты пытался, это было неплохо сейчас. Да. Это было неплохо. Я почти поверил тебе сам. Пиздец, минус 8 тысяч, пацаны. Охуеть. Я 8 тысяч, я блин. 10! 10 собак улетело. Ну что, мы все поиграли, получается? Что там, стримером прилетело кому? Угу. Я сейчас посмотрю, кому прилетело. Давай, давай. У меня прилетело, я не знаю, нет, знаю пару челов, но там не стримеры. Да, просто не, у зрители. Меня что-то... Зато Ольга Цветкова какая-то выиграла. Привет. Привет, Ольга Цветкова. Ольга, поздравляем. Глебасу выпустили. Не, он сам подписался. Лучше, Глеб.